Всем привет, меня зовут Дина. В этом видео я хочу вам показать, как связать вот такую прекрасную коробку. Игрушка получается размером 25 сантиметров. Список необходимых инструментов и материалов я оставлю под видео. Ну что, давайте начнем. Берем черную пряжу, крючок 4,5 миллиметра, и начинаем вязать ножки. Значит, 2 воздушные петли, 1, 2, затем 6 столбиков во вторую петлю от крючка, 1 столбик прибавка. И так 3 раза. В конце должно быть 9 столбиков. Так, столбик, прибавка. Этот ряд я провязала. Следующий ряд вяжем за заднюю полупетлю 9 столбиков. И следующий ряд, 5-й, по кругу, как обычно, 9 столбиков. Значит, этот ряд за заднюю полупетлю, а следующий просто провязываем за обе петли. 2 ряда я провязала, следующий мы делаем замену цвета. И вяжем 3 столбика прибавка 2 раза, и в конце ряда должен остаться 1 столбик. В конце получится 11 столбиков. Значит, вяжем 3 столбика прибавка. Три следующих ряда вяжем по 11 столбиков по кругу без изменений. Эти 3 ряда я провязала. Делаем соединительный столбик и ниточку обрезаем. Дальше надо будет наполнить деталь. Так, здесь сейчас я завяжу хвостики и наполню. И таких деталей нужно будет связать 4 штучки. Так, 4 ножки я сделала, детали наполнила. И теперь будем вязать пузико, то есть нижнюю часть, в которую будем ввязывать ножки. Так, берем пряжу и набираем 10 воздушных петель. Затем в обратную сторону идем по одной стороне. Во вторую петлю вяжем 1, 2, 3, 4, 7, да? 7 и 8. И вот в эту последнюю петлю надо провязать 3 столбика. 1, 2 и 3.
Затем по другой стороне вяжем 7 столбиков, должно быть так, 1, 2. И вот в этой части последней, в последней петле прибавка. И начинаем ввязывать ножки. Так, берем ножку. Это получается у нас будет как бы дно. Это внутренняя часть. И так нужно будет ввязать вот сюда вот ножки. Так, получается 3 столбика с ножкой. Так, вот соединительный столбик был. Нужно, чтобы он был внутри. Вот так вот, спрятанный. Так, значит, вяжем 1. Ой. Так, 1. 2. Так. Так. По телу вяжем 1, 2, 3 и берем еще одну лапку, и здесь то же самое, внутренняя вот это вот, с внутренней части должна быть у нас ножка провязываться. Так, оп, 1, петли не потерять. Оп. 2. И третий раз. Оп. Так. Так должно у вас получиться. Здесь вяжем, значит, по центру. Ой, не хочет крючок заходить. Вяжем 1 столбик и снова берем ножку, прикладываем и провязываем. 3 столбика. Так, 1. Оп. 2. If you are too demanding or too greedy, your mind is not rich and self-sufficient. When your mind becomes demanding, you long for something, you will end up violating your own precepts. Так, секундочку. В этом была, в этом не была. Так. Так, по телу 1, 2, 3 и последняя ножка точно так же. Very, very careful about this point.
Провязывается один. И один по грудке, один и два столбика. Так, здесь у нас будет идти маркер начала ряда, и первую будем вязать по внешней стороне. И значит, вот здесь у нас будет первый столбик. Захватываем переднюю полупетлю тела и ножки, делаем убавку и ставим маркер. Так, поставили и вяжем по внешней стороне по телу и вот так, ой, до конца. Так, первый есть. Так, первый 6, 1 2 3 4 5 6. Так, 1 2 3 4 5, 6. И с этой стороны нужно будет тоже сделать убавку. Одна петля на теле, другая петля на ноге. Убавка. Так. И так. Так, здесь должно быть 3 петли по телу. 1 2 3. И снова в начале следующей ножки убавка. Одна петля здесь на ноге, другая на теле. И провязываем. Так, есть 1 2 7. Одна убавка. Так. Снова одну петлю хватаем тело, одну ножки. Так, по центру. Один столбик. И здесь тоже на вот этом вот переходе снова убавку. Вяжем. Так, 1 2 3 4 5 и 7. Снова убавка. Так. Ой. Be very, very careful about this
3 петли по телу. 1, 2, 3. Убавка. Убавка. И осталась последняя ножка. 1, 2, 3. И здесь сделаем убавку. Так, и в центре 2 столбика. 1 и 2. Так. Вот такая деталь должна у вас получиться. Перед, зад. И будем следующие ряды вот так вот вязать по кругу с прибавками и убавками. Здесь у меня получилось 43 петельки. И следующий ряд вяжем 3 столбика прибавка по кругу. Так, 1. Так, до конца ряда у меня осталось 3 петли. Всего в этом ряду 52 петельки получилось. И следующие 2 ряда мы вяжем по кругу без изменений. Если вдруг у вас получилось больше или меньше петелек, то или сзади, или спереди прибавьте, или сделайте убавку. Значит, 2 ряда вяжем без изменений. Эти 2 ряда я провязала. Получается, следующий ряд мы вяжем 4 столбика убавка. Так, еще один ряд я провязала. И у меня как раз закончился клубочек. В следующем ряду, вот в этом, который мы будем вязать, здесь будем вязывать хвостик. Поэтому я как раз беру новый клубочек и провязываю просто 10 воздушных петелек. Это будет наш хвостик. Так, 1, 2. Так, вот здесь он прям по центру будет ввязываться. Так, вот так. Ниточку сейчас я обрежу. И в этом ряду вяжем 3 столбика убавка, ввязываем хвостик. Так, вот я дошла до конца, точнее не до конца, а до попки. Так, ввязываем хвостик. Получается у меня здесь 1 столбик, и вот тут вот будет второй. Третий. И убавка. Так, до конца ряда. 3 столбика, убавка. Этот ряд я довязала. Деталь немножко наполнила. И будем делать убавки. Вот в этой части. В этом ряду у меня получилось 36 столбиков. Так, значит, вяжем 1,
Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. И следующий вяжем два столбика убавка. Так, один. Это я пока для себя маркер поставлю. Один, два, убавка, так, один, два, убавка. Один, два, убавка, один, два, убавка, так, и один столбик остался. Один, два. Так, получается. Так. И до конца ряда. Один, два. Пять, шесть, семь, восемь. И делаем убавку. Убавка. Девять. Так. Вот так у вас должно получиться. Здесь у меня получился 31 петля получилась. Следующий ряд нужно будет провязать 3 столбика убавка и наполнить деталь. Вот в этих местах обязательно очень плотненько набивайте, вот именно вот где переходит с ножки на тело. Вот здесь уделите такое особое внимание, чтобы было поплотнее. Так, и в этом ряду провяжем 3 столбика убавка. В этом ряду у меня получилось 25 петелек, и вяжем, значит, снова с убавками. Так, один. Маркер поставили. Игрушка просто становится все объемнее и объемнее, и у меня уже не хватает места. Так, значит, один, два, так, три, четыре, пять и шесть. И один, следующий вяжем 2 столбика убавка. Один, два, убавка, так, один,
два, добавка, один, два, добавка. Так. И до конца. Один, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Так. Так. Вот такая деталь должна у вас на этом этапе получаться. Следующий ряд вяжем 3 столбика убавка по кругу. Так. Один. Два. Еще один ряд я провязала, и у меня получилось 18 петелек. Нужно будет деталь хорошо наполнить, и мы будем переходить к вязанию головы.